Когда мы читаем книгу, мы будто начинаем в ней жить. Больше всего на свете она любила тот момент, когда дочитываешь книгу до конца, и история все еще проигрывается в твоей голове, будто самый яркий сон. Вы ведь живете одна, не так ли? И вы только что переехали в старый дом. Да, я открываю книжный магазин. Многие из нас не уверены в целесообразности столь скорой трансформации старого дома в магазин. Вы ведь понимаете, не так ли? Мадам, ни у кого до вас так и не хватило духу продавать книги в этом забытом уголке мира. Мой первый покупатель. Он ведь так ревностно защищает свое уединение после трагической гибели любимой жены. Вы ведь одна здесь не справитесь. На вид ты еще маленькая и недостаточно сильная. А вы на вид взрослая, но не сильная. Дела в вашем бизнесе пошли под откос, не так ли? Она крайне властная женщина, вас это не беспокоит? Нет. Многие из нас считают, что в старом доме должен быть местный центр искусств. Она хочет избавиться от вас. Она не может этого сделать. Это мой книжный магазин, это мой дом. Оставьте ее в покое. Эта женщина ничего вам не сделала. Не говорите со мной подобным образом. Я мог бы просто пустить в нее пулю. В качестве потенциального покупателя для магазина. Магазин не продается. Ты добьешься успеха, если пожертвуешь всем ради своего дела. Я сделала лишь то, что считала правильным. Вы заставили меня вновь поверить в то, о чем... Я давно забыл. Где есть жизнь, есть и надежда. Боже, воистину жуткая мысль.